Не отстают в Автограде от тренда обновления и медицинские учреждения. В прошлом году советские стандарты на современные сменили все городские поликлиники. Их открытие после завершения работ прошло в начале года нынешнего, после чего темпы ремонта снижать не стали. Наиболее масштабным стало обновление одной из крупнейших больниц Автограда – инфекционной. На ее реконструкцию было выделено более 1 000 000 000 рублей. Срок окончания работ – 2020 год. Кроме того, работы начались в кожно-венерологическом и туберкулезном диспансерах. Последний после окончания ремонта станет зональным центром. Также в число медучреждений, подлежащих полному обновлению, вошли городские женские консультации.